уверенного в себе человека с чувством превосходства над другими выдает закладывание рук за спину с захватом запястья. От этого жеста следует отличать жесты руки за спиной в замок. Они говорят о том, что человек расстроен и пытается взять себя в руки. Чем более сердит человек, тем выше передвигается его рука по спине. Именно от этого жеста пошло выражение «взять себя в руки». Этот жест используется для того, чтобы скрыть свою нервозность. И наблюдательный партнер наверняка поймет это. Показателем самодовольства и высокомерия служит положение рук. Руки домиком. Жестом уверенных в себе людей с чувством превосходства над другими является и закладывание рук за голову. Это характерно и для всезнаек. Многие собеседники раздражаются, когда кого-нибудь демонстрирует его перед ними. Существует несколько способов взаимодействия с собеседником, который использовал этот жест. Если вы хотите выяснить причину, почему собеседник демонстрирует свое превосходство, наклонитесь вперед и скажите: «Я вижу, это вам интересно. Не могли бы вы уточнить кое-что?» Затем отклонитесь на спину стула и ждите ответа. Другой способ заключается в том, чтобы заставить такого высокомерного собеседника сменить свою позу, что будет способствовать изменению его отношения. Нужно взять какой-нибудь документ, спросить: «Вы не видели это?» заставив его наклониться вперед.